Привет, начинаю свой влог, и смотрите, кто у меня в гостях. Ксюша. Да, вы меня, наверное, да, мы с Ксюшей... Мы с Ксюшей были на VidCon конференции для видеоблогеров в конце июня в Лос-Анджелесе. Ксюша из Лос-Анджелеса. А вот там, кстати, ну уже 7 лет, как в Лос-Анджелесе. А вот там вот вся ее семья и с нашим мамой... А где мама? Есть Марк. Вот, в общем, они приехали в Сиэтл, здесь немного были, а сегодня едут в Канаду, и мы вот живем по пути в Канаду из Сиэтла. Так что заехали к нам в гости. А расскажи, чем вам понравился Сиэтл? Я знаю, что понравился. Я уже тут, да, просто брыжу слюной. Мне очень понравился Сиэтл, мне он напоминает очень сильно Петербург, откуда я на самом деле есть. Не знаю почему, потому что город сам по себе, Лос-Анджелес это не город, Лос-Анджелес это что-то такое между деревней и я не знаю чем. А Сиэтл очень похож на город, на настоящий. И он такой весь чистый, вот мне кажется, что он очень чистый. И мы жили на Green Lake, снимали апартаменты, это как бы 15 минут от центра, но все же город, а вроде уже не город, но выглядит это уже как дикая такая местность с очень красивым озером, с безумной... Я не знаю, природа супер просто. Посмотрите, да, на это. Да, мне здесь чудо. Нравится. И влажность. Здесь очень, очень хороший воздух. Здесь влажный здесь воздух. Ну, высокая влажность. Да, мне нравится. Это хорошо? Мне очень нравится высокая влажность. Некоторые говорят, что типа задыхаются. Здесь просто все время прохладно, и сейчас, кстати, очень теплое время. Так что им повезло. Вот. А... Чем отличается от Лос-Анджелеса? Чем? Мне кажется, в Лос-Анджелесе вообще самый прикольный климат, все время тепло. Все говорят тогда. Очень сухо там и жарко, и последние лет 7 засуха, и поэтому воздух ужасно жгучий и пыльный, и дождей очень мало, и все выжжено. То есть, если ты смотришь на горы, которые раньше были зеленые, сейчас они все какие-то, ну, солома, да, все похожи непонятно на что. И она, кстати, видишь, тоже трава выгорела, несмотря на то, что здесь не бывает жары. Может, у нее смена? Да, здесь снег, кстати, есть? Очень редко. Ну, буквально ниже нуля очень редко опускается, а снег, если немножечко, это уже здесь катастрофа. Ну, я просто обожаю все это. Возможно, это мой город. А чем отличается? Смотрю, там кто летит. Орел. Возможно. Нет, сокол или кто-то такой. Отличается тем, что здесь можно не пользоваться машиной все время, здесь можно использовать транспорт. И мне это облегчило бы сильно жизнь. А здесь скопление каких-то таких интересных мест в одном центре. Безумное количество кофейн. Я обожаю всякое кофе. Здесь их так много. Просто на каждом шагу какая-нибудь кофейня. И кофе очень-очень-очень вкусный. С такими булочками. Просто чудо. Я не знаю, я просто в восторге. Мне, правда, очень сильно понравилось. Отлично. Приезжать еще. Нас, правда, уже не будет здесь. В общем, ладно. Там вот ребята собирают. Вот. И здесь мы пообедали. И сейчас Ксюша поедет на ферму кенгуру, потом на мост вот над двумя островами. Я его показывала уже. Да, Deception Pass. Именно поэтому я, кстати, еду, потому что я смотрю ее блоги с сумасшедшими видео, мне очень нравится. А потом Ванкувер. Все, ребят, пока. Привет!
угадайте, куда я сейчас еду? Снова в Канаду. Да, мне там настолько понравилось, что я решила на этот раз поехать в Ванкувер. И на самом деле нам туда всего 2 часа езды на машине. Поэтому сегодня вот выходной. Муж остался дома с Марком, потому что, кстати, почему я езжу в Канаду без мужа? Потому что ему не дали канадскую визу. Мы пробовали 2 раза, но... Все, не хотят нас пускать всей семьей, видимо, боятся, что останемся или там еще чего-то, что у нас есть иммиграционное намерение. На самом деле у нас их нет, просто хотим посмотреть страну, раз она здесь под боком, Ванкувер, ну, совсем близко. И на этих выходных там Ксюша с семьей Смирнова, так что я хочу к ним присоединиться на денек, и вот утром еду туда, а вечером поеду обратно. И сейчас я стою как раз на границе американо-канадской. И вот, видите, немножко нужно подождать. Я очень надеюсь, что меня туда пустят, потому что у меня просто канадская виза. Что не скажешь, что я почему-то зачастила туда. А вот это обратная очередь на американскую, пересечение американской границы. Итак, я приехала в свой первый пункт назначения, это Лин Кэньон. И как и в Сиэтле, мне здесь больше всего нравится природа, она просто шикарная. Я вот по дороге наслаждалась этими видами, горами, там какими-то озерами горными. И ну, я точно буду скучать за такой шикарнейшей природой здесь. Поэтому в первую очередь я тоже захотела поехать вот в какое-то красивое место. И здесь находится подвесной мост. И есть здесь еще, я сначала нашла другое место, называется оно Капилано, Капилано Suspension Bridge, но там это слишком туристическое место, одно из самых известных в этой местности, очень много народу будет в воскресенье, как я подумала, поэтому мы решили с Ксюшей встретиться здесь. Так что идем. Кстати, так интересно, вот только переезжаешь границу, и сразу начинается нормальная система измерения. Ну, например, километры, да, вместо мили. И в машине у меня на спидометре все равно мили, поэтому мне сейчас сложно ориентироваться по скорости движения. Я просто еду, как остальные машины. Еще для меня загадкой оказался мигающий зеленый светофор. Причем он мигает постоянно, а не прямо перед включением желтого или красного света. И я вот тоже не пойму, в чем фишка. Потому что некоторые светофоры горят просто зеленым светом, некоторые мигают. При этом едем мы прямо, не поворачиваем. В общем, кто знает, поделитесь, пожалуйста, мне очень интересно. Сейчас вот видите, мы уже входим в парк. Может, и не видите, но в общем, здесь уже такой тоже похож на тропический лес, все обросшее мхом. И стоянку найти, несмотря на то, что это менее известное место, все равно здесь стоянку найти очень сложно. И я запарковалась вот в таком ряду машин, где уже прям на выезде из парковки. Так как видите, я уже встретилась с семейством Смирновых. И сейчас мы идем на навесной мост. Это один из национальных парков. Вот этот, вот такой. В общем, а потом здесь есть еще водопады. Наверняка сейчас уже еду сама, потому что у меня тут планов миллион, а времени только до вечера. Вот, поэтому галопом по всем достопримечательностям, которые успею, сейчас в центр. Я планировала еще в одно место на природе, Краус Маунтин называется, но, видимо, оно съест много времени, а хочу посмотреть же город. Вот. А Ксюша со своей семьей остается здесь.
Да. Пойдем прыгать с водопада. Я не прыгаю. Может быть, я поцарапаю спину, либо это опасно. Так, папа сказал, что это опасно. Надо бояться, да? Да. Макс, я тебе буду прыгать. Так что встретимся в центре. Пока, ребят. Я уже так привыкла жить в пригороде, где вообще свободно движение, что здесь по пробкам даже в воскресенье уже как-то напрягает ездить, тем более, когда время так ценно, потому что его мало. Не прошло и часа, как я доехала до пляжа Китсилана. Это один из самых красивых пляжей, откуда открывается потрясающий вид на центр города. Я так понимаю, нужно пройти чуть дальше, чтобы его увидеть. А пока здесь самый настоящий пляж. И я думаю, вода сейчас холодная, но самые отчаянные там купаются. Все загорают, так что пойду и я посмотрю, попробую воду. Прям как на курорте, но вода – это жесть. Я не знаю, вот это все моржи, которые купаются, потому что на самом деле очень холодно. И грязноватая вода с водорослями. Смотрите, набрела на пляж для собак. Ну, то есть это пляж, на котором можно собак держать без поводка. И здесь практически все, кто здесь отдыхает, все с собаками. Собаки плавают, здесь бегают, развлекаются. А еще здесь есть такая вот памятка о разных видах кораблей, потому что отсюда их хорошо видно. Вот смотрите, сколько сейчас там. И также здесь есть вот небольшая стояночка для яхт. А там вот дальше вид на центр города. В Ванкувере вообще самая дорогая недвижимость в Канаде. Я раньше думала, что в Торонто, но оказывается здесь. И я думаю, что вот эти вот милые домики на набережной наверняка одни из самых дорогих и престижных районов здесь, потому что, видите, сразу здесь залив и пляж. Я сейчас в китайском саду, и я так понимаю, здесь и растения, и все сделано вот реально так, как в Китае. Посмотрите, как здесь красиво. Вон беседочка такая традиционная. Китайский сад и попала на какой-то большой китайский фестиваль.
хочется к природе ближе. В городе слишком много транспорта, народу, пробок. И поэтому сейчас я буду подниматься на гору Краус. Вот на вот этом подъемнике. Там должно быть очень классно. У меня, как обычно, садится камера. Смотрите, какая здесь красота. Там Ванкувер. Знаете, вот то, зачем я точно буду скучать дома, так это за природой. Она просто шикарная. Океан, горы. Класс. А я уже буду скоро ехать домой. Мой день релакса подходит к концу. Так что до встречи в следующих видео. Пока!